Тем временем у нас представитель компании SweetHoney Григорий Кулешов. Григорий, расскажите, пожалуйста, про свою компанию. Да, добрый день, меня зовут Григорий, мы занимаемся производством башкирского меда. Вот, производство у нас находится в Республике Башкортостан. Получается, у нас передвижные пасеки. Вот, мы собираем мед, а потом затем его упаковываем дальше и поставляем в магазины. А чем уникален ваш мед? Ну, наш мед уникален то, что он собирается в наших лесах, горах и в нашем меде. То есть он собран с тысячи цветков разных растений, также в том числе и лекарственных растений. Вот. Ну, уникален он именно вот составом, понимаете? Надо попробовать сначала, вам просто понять. Натуральный продукт, ребята. Григорий, а скажите, пожалуйста, как вы сейчас на данный момент сбываете ваш товар? Какие рынки сбыта в дальнейшем видите для своей компании? И какие задачи ставите на эту выставку? Смотрите, основное сейчас, куда мы сбываем, это наши башкирские магазины, то есть в Республике Башкортостан, международный аэропорт, потом сетевые магазины региональные. Вот, основные цели нашей выставки именно попасть в магазины Москвы и также в регионы. Вот, выйти в точечные магазины. Нам интересны именно медовые магазины на данный момент, которые уже реализуют мед, но вот мы хотим зайти с нашим продуктом к ним. Надеюсь, с помощью этой выставки у вас получится попасть на прилавки медовых магазинов. Григорий, спасибо большое.